Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood, продолжаем проходить эту игру, и, в принципе, сейчас мы обратно поднимемся на лифте и продолжим с того момента... А, нет, не поднимемся, даже опустимся. А где мы вообще нафиг в тюрьме, если мы все ниже опускаемся, а не поднимаемся на выход? Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, ну что, давайте, мы продолжаем, ребята! Дайте-ка мне выйти, и да, как я помню, тут куча вот этих... А почему помню? Потому что мы тут закончили вот в этой... В этой хрени. Я не знаю, стоит ли нам их вообще убивать, или мы можем просто-напросто вот тут пройти. Главное, чтобы они нас не заметили, самое главное, чтобы там собак не было, потому что собаки... Ой, а тут я уже не могу выйти. Все-таки, мне кажется, нужно их будет убивать. Я могу уже просто-напросто отсюда начать стрелять, но давайте подождем, да, пока оно вернется. И пройдем вот тут, чтобы нас никто не трогал. Мирно, тихо. А мы сейчас даже себе броньку подберем. Хоть и немного, но все же. Главное, чтобы они нас не заметили, мы просто-напросто себе проскочим, да и все. Ну, в принципе, как я и сказал. Чипу-чипу-чипу. Заметили все-таки. Но мы успели. Так, я какую-то карту поднял, я не знаю, что это такое. Ну, ой, а тут что? Тут нам нужно что-то делать или это просто... Наверное, просто. Ух ты, ни хрена себе, я туда еще и прыгнуть хотел. А если нам не туда, не туда... Ага, значит, охрен его знает, куда нам, ребята. Ну вот на карте что-то... О, вот тут нам что-то показывает. А-а-а, вот что. Я забыл, что мы можем по стене нафиг лазать. Спайдермен ты. Если бы я сразу знал, я бы сразу и полез. Но мне кажется... Ой, ага. Что тут еще много будет таких моментов, где нам нужно будет лазить по стене. Если мы не выкупим где, то значит будем опять сидеть и не знать, куда нам идти. Опа. А я тут хорошо стою или мне нужно... О, это что залагало, вы видели? Ну, нормально, ща пожрем. Так. Ага, так, сейчас, я определюсь, куда нам идти. Я не знаю, ну, это единственный, точнее, единственные выходы, да, куда мы можем пойти. Наверное, мне так кажется, что нам нужно их все прочекать, что ли. Замечательно. И... Вообще, ребята, мне кажется, их нужно все прочекать. Или нет, или можно в любой спуститься. А если в любой, то еще лучше, чтобы долго не париться. А тут нифига. Тут здесь нифига. Значит, мы, в принципе, правильно бежим, как я... Ага, да, вот сюда нам нужно. Так, ну, вроде пока... Используйте трубы, чтобы разрушить непрочные стены. Ух ты, ни хрена себе. Ух. О, еще раз. Намудрили они. У нас труба — это главное оружие, наверное, на целую игру. И даже если дальше он найдет какой-то там, не знаю, ножик, что ли, или еще что-то, сокиру какую-то, мне кажется, он даже вот ту сокиру не возьмет, а возьмет, будет дальше с этой трубой лазать. Я не представляю, как мы так... Как мы так по стене лазаем с этой трубой, нафиг. Скалолазы. Трубочные. Так, ладно. Мы куда-то добрались. Опа. А где он? А у нас запали тут? Мне кажется, почему-то, что нет. А я вообще надеюсь, что мы правильно пришли, то есть... Наверное, нам сюда.
Сейчас посмотрим, ребята, просто какая ситуация. То, что когда мы выходили с такой же хрени. Ага. Это, наверное, верхние... Нет, нижние блоки, наоборот. Сейчас посмотрим, ребята. Мы все ниже и ниже куда-то спускаемся. Ага, а сейчас выше. Не успел сказать. Так. Я надеюсь, что я иду правильно. Ага, паскуда. Вот как мы тебя обманули. Давай, давай. Так. О, сюда. Это что еще за хрень было? Вот эту хрень всегда нужно ломать. Мы это поняли, когда мы нашли пулемет в ящике. Так. Опа. Эта труба нафиг, наверное, больше работы делает, чем какой-то пулемет. И цепляет, и по стенам лазает, и убивает. И что еще она может? Невидимыми нас сделать не может или там телепортировать, не? К сожалению. Так. Опа, тубзик. Дальше. Это враг? Вряд ли это враг. Так. Это записочки, я не имею желания их читать, да, в принципе, никто не имеет их желания читать, наверное. Tell me about the secret. What does Helga know? О, мой Джунгл. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. О, мой kleiner süßer Junge. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Doch. Да, нам сюда. Что-то меня... Ага, вот. Ух ты! Еще и трубу забрал. Ага, то есть это психи, нам их даже трогать не нужно, а просто-напросто убегай. Ага. Grandma told me it passed through the blood. Так, тут что-то есть. Вот, я что-то видел возле туалетика. У нас жизни лежат, и вот тут у нас жизни лежат. Что-то мне кажется, что тут сейчас куча всего чего-то будет. Такое огромное место для сражения. Хотя... Ага, ну как я сказал. Ага, вот мы, ребята, и ножик нашли. Так. Вот. Что-то нас как-то бил, да не убил толком. Вообще урона нам не наносил. А мы его трубой нахрен зарезали, или чем это там было. Ага, вот, замечательно. Да ну тебя в жопу. Вы видели, кто там идет нафиг? Ух ты! Прям как в КС-ке. Jesus Christ, that's a big fucking dog. Ну хорошо, что он ушел, а не пришел. Потому что если бы пришел, нам бы сюда нужно было бы пробегать. Да опять вашу мать вот это. Опа. Так, дальше тут ничего, ничего. Побежали, ребятки. Хрен его знает куда. Там нас никто не запалил. Че издеваешься нафиг? Да куда нам бежать? Ага. Ни хрена себе. Так, ладно, мы валим отсюда. Опа, это что там? Убивать офицера раньше, чем они позовут на подмогу. Я бы с радостью. Но у нас пушек нету, нам, наверное, просто вот так нужно. Опа, пистолетики, ребятки. Пистолетики у нас есть. Так. Да, мы не можем пойти. Вряд ли мы туда перепрыгнем.
Да и вряд ли мы этого сможем убить, мне так почему-то кажется. О чем мы будем париться, ребята? Ух ты, хедшотик. Ага, ну все же он нас запалил. Твою мать. Если бы я знал, что он нас запалит. Ух ты, люблю, мне нравится этот пистолетик. Так. Дальше. Вот мы и поехали. Вот мы, ребята, поехали. Так. Дальше. 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 На тебе. Так, у нас патрончиков уже толком нету. Ух ты. Сейчас. Это подобрать. Этого замочить. Там я что-то еще видел, нет? Так, ну вроде больше ничего тут нету. Я надеюсь. Хотя я слышу, там еще кто-то топает. Или это мне кажется? Эту хрень нельзя разрушить. Ага. Так. Ну, этих мы замочили. Дальше топаем. Собираем патрончики. Так, вот сюда. Не, я надеюсь, что нам сюда. Ух ты! Где-то там за... Вот. Ух ты. Нифига себе мы проходчик нашли. Эх, вот ты вижу там. Так, что я там увидел? Ух ты, золото. Хедшотик, хедшотик. Или же это не хедшотики были? Ух ты. Так, 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 так. Как-то вас много тут, вам не кажется? Ух, граната. Сейчас, ребята, мы их быстренько перебьем. Там нас кто-то сбоку валит. Мне кажется, какая-то... Слабенькая вот эта сложность этой игры. То есть, как-то, знаете, они нам даже урон толком не наносят. Мы прям как терминаторы. Давайте-ка мы поменяем еще на более высший. Так, ребята, вот я увеличил сложность игры еще на более высший уровень. Сейчас нам еще будет сложнее их убить. Потому что, если честно, мне как-то кажется, что они прям бьют нас, знаете, бьют, 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 а толком нам ни хрена не наносят. А мы их убиваем там с пару выстрелов. Это не очень, ну, хочется так играть, например. Но больше я там никого не вижу. Я надеюсь, мы правильно бежим. Я... Ух ты же нафиг. Так. Максимум, максимум. У нас уже все по максимуму. Опа, боевой пистолет. Иди ты в жопу со своим гранаты. Ух ты ж... Я еще так выбежал. Так, а где вот этот боевой вообще пистолет? Ага, а что эта хрень делает? Ну это, наверное, какая-то взрывчатка, мне так кажется. Войдите в крепость Вольфенштейн. Золото, ага. Так, а куда нам? Ага, туда, обратно. Да кто там нас пуляет столько? Ух ты, это еще круче. Так, сейчас, ребята. Ух, выбежала вас нафиг. Ну, это не очень удобно стрелять, если честно, вот так. И патрончики очень быстро расходуются. Ну, у нас мы можем вот это собирать. Вы видите кого-то? Я не вижу. Так, я вот тут. Опа, стоять. Хоть я и увеличил сложность, то есть сложность игры, но мне кажется, что они как-то нам не очень много урона наносят. Но, может, это только на начале, потому что это как бы... Только первая миссия, знаете, может
дальше будет намного сложнее, что вполне логично. А поэтому, может, дальше, ребята, мы наоборот будем уменьшать сложность. Ага. Ух, чувствую я, что сейчас нам нужно будет тут отстреливаться даже очень. Ага, видите? Ух ты! О, это совсем другое дело. Я надеюсь, он перегреваться не будет. Ух, ребята, ща. Ща мы нафиг повеселимся с этим пулеметиком. Или нет, если он будет очень перегреваться. Ух, нихрена себе. Ух ты. Взрывы! Я, конечно, нифига не вижу, куда я стреляю, потому что там много тумана или дыма. Ну, мы едем. О! Жопа тебе, беспилотник, или что ты там? Кем ты там являешься, или что ты? Но долго это, ребята, будет путешествие, как видите. Эта хрень не очень, ну, этот катер или что, он не очень так быстро едет. Поэтому вряд ли мы туда быстро доедем. Нужно будет вот так, по чуть-чуть, но это в какой-то степени даже прикольно, потому что, видите, мы взрываем много всего по пути. Все, что нам нужно, это просто сжать на мышку, и это само взрывается. Ух, ни хрена себе крепость. Я ни хрена не вижу, кто там у нас стреляет. Ну, я вижу, что откуда-то сюда. Отсюда, точнее. Ага, это какие-то турели. Или что это? Вроде турели какие-то. А, это вот по этой хрени мы едем. Ага. Я только сейчас понял. Мы поэтому передвигаемся. Вот видите, вот эта хрень, вот этот провод, да? То есть мы по нему автоматически едем. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну что, ребята? Путешествие у нас по воде. Экскурсия, да? Опа. Вот видите, там у нас... Ага, вот. Я только сейчас понял. Нам и так сюда бы нужно было бы выйти, открыть двери. Опа. Видео какое-то. Я ничего не делаю. А это просто, наверное, вот такое обычное видео, что, мол, нам... Ага, это вода уменьшается. О, здрасте. Микки Маус нафиг, или кто ты там. Вода как бы... Опа. Так все, мы главу уже прошли. Давайте на этом уже будем заканчивать час. Да, ребята, эту главу мы прошли, давайте уже на этом закончим. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вас требуется, это просто на меня подписаться. Буду очень рад, если вы это сделаете. И вы автоматически станете крутым перцем, членом нашей банды. Большим членом нашей банды, да. И буду рад, если вы также поставите лайк, оставите свой комментарий. И поделитесь своим мнением, нравится ли прохождение вам этой игры. Если да, то мы постараемся ее чаще проходить и чаще веселиться в этой игре. Хотя я не думаю, что она будет очень длинная, потому что это как бы отдельная DLS в виде какой-то игры. Но все же, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.